Следователи возбудили еще одно уголовное дело после убийства 5-летней девочки в Костроме, на этот раз о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии преступником. Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции номер 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сами задержанные за убийство уже стали обвиняемыми по делу, им предъявлено обвинение. Вину мужчины признали в полном объеме. 24-летний Вадим Беляков может избежать наказания. Тот себя преступником не считает и косит под невменяемого. По словам задержанного, он также не понимает, где находится, а со своим 45-летним партнером, Денисом Герасимовым, они всего лишь хотели разнообразить свою жизнь.